работников. Да. Это бесплатная эксплуатация труда человека. Вы слышали, чтобы президент Байден вышел на субботник с людьми? Американцы его лопатами забьют, если он попытается их вытащить силой на субботники. Или слышали, чтобы Макрон здесь травку сажал и землю копал? Никогда. Потому что это работа оплачиваемая. Это специальные службы благоустройством занимаются. Они за это получают зарплату. Хирург получает за то, что он хирург. Парикмахер за то, что парикмахер. Дворник за то, что дворник. Нас в советские годы всем союзом гнали собирать зерно. Вот в Кустанае приезжали студенты, люди, военные, собирали зерно. Типа 1 000 000 000 пудов, 16 миллионов тонн. Где сейчас эти белорусы или украинцы? Никого нет. Кого гоняют на зерно? Никого не гоняют. Сами убирают.